Илья Муромец, да, кто там еще? Алеша Попович, Попович и Добрыня Никитич. Выбирайте сами, кто из них кто. Итак, третье место, 249 книг, 227 очков, а Мукунда Гауранга, да. Арива! Памятные подарки в форме таких больших картов, чтобы Мукунда Гауранга поправлялся. Чтобы, как говорится, хорошего человека должно быть много. Второе место, преданный распространил 539 книг, это уже больше, чем 500, 241 очко, Яшода Кумар, да. Аива! Хочу сказать, что сейчас объявляются вроде как индивидуальные результаты, но реально это тоже коллективные результаты. Поэтому все преданные, кто участвовал в Харинамах, тем-либо иным образом, вы подходите, мы поделим тортик. Вот это не мой результат, это 100%, это командная работа. Я хотел бы очень поблагодарить Яшоду Кумара, потому что я знаю, насколько это не просто заниматься административной деятельностью в храме, организовывать все процессы, и при этом действительно наблюдая за тем, как он активно принимает участие в проповеди. Это очень замечательно, и предмет достойного уважения. Спасибо большое. И первое место, очень уникальная такая заявка. 835 книг, 245 очков, Евгений Черницкий. Хари, 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 ло! Скажи что-нибудь. А надо еще раз делать. Это есть там в рукаве что-то заготовил? После какого-нибудь. А перед тем, как он скажет, я скажу. Просто у Евгения, у него очень важное служение в нашем храме. Он администратор по служениям, который выполняется. Все вот текущие ежедневные служения он администрирует. И это служение никто не отнимал во время марафона. И он подумал о том, как реализовать все свои, скажем, задачи, которые он получает от старших. Вот. И вместе с этим ежедневно участвовать в харинамах, выходить каждый день, распространять. И у него это удалось. А как это ему удалось, я скажу. Как? Тоже благодаря преданным, да. Я хочу поблагодарить всех преданных. Действительно, вот этот командный дух, он очень сильно проявлялся. И благодарна всем, тем, кто жертвовал на книге за счет этого. Yeah.
Thank you.